Приветствую всех, это Шелби, и в данном видеоролике речь пойдет об обновлении опыта ветерана, что дальше будет с этой системой, что мы будем получать из наград и, конечно же, все, что с этим связано сегодня в видеоролике. Не забывай подписываться на канал с колокольчиком, ну и, конечно же, писать свои комментарии. Погнали! В данный момент получение медали ветерана происходит через апание левелов. 50 левелов, медаль твоя, 50 левелов, серебряная медаль твоя, и так до бриллиантовой медали у нас получается доходит. Но в недалеком будущем у нас вся эта система полностью и кардинально поменяется. Час назад вышел в официальной группе пост о том, что в 0.22.0 полностью переделают эту систему, и это просто бомбически. Раньше мы за 50 левелов получали просто медаль, и с каждым получается новым полтинником мы апали эту медаль в качестве. Сейчас же мы будем получать разные награды по типу скинов, баксов, лишнего серебра, рамок и даже чармов. Новость реально довольно интересная, и в принципе здесь очень много всего подробно написано. Допустим, даже то, что у нас между золотом и платиной будет новая, скажем так, медалька под названием «Элитная голда». Да, элитное золото. То есть все, что у нас было в пассах между золотом и платиной, у нас как раз таки был элит голд. Сейчас же эту механику, получается, внедрили и в медали ветерана. Давайте быстренько пробежимся по всему, что нам показали. Новая лента наград, новые рамки, что для меня в принципе удивительно. Рамки, серьезно, это что, PUBG Mobile? Новая медаль элит голд. Прогресс ветерана, то есть все медали от нулевой до серебряной здесь показаны, но я думаю, там и до платины будет и так далее. И также за каждую медаль, заработанную в 23-м году, вы будете получать уникальные награды, граффити и шилдик. То есть сейчас, в данный момент, если вы апнете серебро 23-го года, вы сможете клеить граффити с данной медалькой на любой стене в нашей игре. И это определенно новый вид понта, да? Теперь, если в начале 23-го года вы увидите последнюю, как бы, граффити из вообще всех, которые существуют, то знайте, с вами или против вас играет читер. Ну, давайте чисто мое имхо, мое мнение о том, что добавляют в 0.22.0. Первое, это новая переработка, в принципе, всех медалей. Интересная идея, но будет интересно, как она, в принципе, реализована по анимациям и так далее. В принципе, надо будет пощупать, посмотреть. Рамки, это вообще что-то странное, чего я, в принципе, не ожидал. Но это было ожидаемо, опять же, и эту рамку можно будет получить, опять же, за ап того или иного уровня. Новая медаль между голдой и платиной. Это для баланса более-менее, ну, как бы, оно, но дабэт, классно все сделано, выглядит неплохо. Но сами медали 23-го года мне не зашли. 22-е медали и то выглядят намного-намного лучше и более проще для визуала, в принципе. Но, опять же, у разработчиков не всегда получается делать классные медали. Например, 20-ю медаль и 23-ю, которые выходили у нас, мне они не шибко зашли. И, в принципе, у каждого свое мнение. Может быть, именно тебе они понравились. Но я лично говорю, что мне эти медали не зашли. Но куда же я денусь? Апать мне их все равно придется. И это, как обычно, новый путь. Ну и давайте под конец такой маленький интерактивчик. Будешь ли ты в 23-м году апать последнюю медаль из всех? Как она тебе понравилась, не понравилась, пиши в комментариях. Ну, конечно же, давайте немножко все это обсудим в комментариях, ваше мнение. Ну, а с вами был Шелби, спасибо за просмотр, всем удачи, ну и до скорых встреч. Пока-пока.